Всем большой привет! Сегодня готовлю к чаю мраморное печенье. Это очень простой рецепт, а самое главное, печенье получается не только вкусное, но и красивое. Пить чай с таким печеньем – одно удовольствие. В глубокую емкость отправляем яйца и сахарную пудру. Хорошо взбиваем венчиком. Далее добавляем размягченное сливочное масло, соль и перемешиваем. К муке добавляем чайную ложку разрыхлителя и 2 столовые ложки какао. Просеиваем и замешиваем тесто. Тесто готово. Накрываем пищевой пленкой или пакетом и убираем в холодильник на 20 минут. Из готового теста формируем шарики, обваливаем их в сахарной пудре и укладываем на противень, слегка придавливая. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Пробуйте, готовьте, это быстро и очень вкусно. А я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!